just the I can't reach back in my eyes, I'm not sure.
Это серьезно? Простите, пожалуйста. Ничего, ничего. А, литургии нет. Thank you.
Спасибо. А вы не подскажете, а вот какие-то программы, которые будут дальше проходить, надо на сайте, наверное, посмотреть, да? А сайт у нас в разработке находится, то есть там можно какую-то часть увидеть, но самая всегда актуальная информация, это у нас будет ВКонтакте. Да. Анненкирхе, Лютеранская церковь Светланы, Анненкирхе с галочкой. А, у меня в закладках она уже. Чтобы вот, вас... я вам покажу. Вот так вот выглядит. И у нас тут есть вот так расписание. Оп. Идут прямо на каждый день все мероприятия, вот там репетиция какого-нибудь хора, к которому можно присоединиться. Клуб игры вот на акулеле у нас есть. Кто там у нас еще? Это курсы. Это репетиция в хоре. Интересно, я посмотрю обязательно. Вот, и там вот, например, если мероприятие, там вот так можно нажать, это ссылочка как бы, где можно приобрести билет. Вот, это очень удобно. А билет лучше через интернет покупать или на месте, как вы считаете? Вообще, вернее так, есть разница какая-то или нет разницы? Есть разница в том, что могут раскупить билеты. У нас вообще онлайн оплата, то есть у нас здесь мы не продаем. У нас продается здесь, при входе, только как, ну, во время, ну, перед мероприятием, в день мероприятия, организаторы здесь продают. То есть не мы, а как бы у нас арендуют большой зал, вот наши друзья Accord Lab, уже мы с ними несколько лет сотрудничаем, они проводят мероприятия. Да. Вот, так что лучше, наверное, онлайн, если вот... если есть такая возможность. Да. Но если бывают сложности, например, может быть у вас иностранная карта, да, и это сложно оплатить. Бывают у нас такие приходят. Можно позвонить по номеру телефона на каждой афише, например, он один и тот же. Да. Вот, и можно договориться, чтобы забронировали для вас билеты, например, оставили там два на имя там Василий. И вы пришли бы тоже так перед мероприятием выкупили. Вот, есть еще такая у меня. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Я здесь все время в кино ходил сюда. У вас есть какие-то воспоминания интересные с кинотеатра «Спартака»? Ну, мы ходили в кино сюда. Я первый раз посмотрел, здесь мистер Питкин в тылу врага, мистер Питкин в больнице, Бабетта идет на войну. Ага. Это было, я в 7 классе как раз был, это был 87 год. А вы случайно в соседней школе учились здесь? Нет, мы приезжали сюда специально. И там было консульство американское. Там было тут немецкое консульство, наверное. Американский флаг развивался, мы с таким блаженством этот флаг смотрели, вы не представляете. То есть мы приходили в кинотеатр, было уже темно, мы выходили, а там подсвечено все. Этот потрясающей красоты флаг висит, и он развивался, ну это мы стояли, любовались просто. А помните, какие тут были интерьеры, и что тут было? Ну было, по-моему, в таких же тонах, как и... Слабо помню, честно, врать не буду. А вот в зале мы сидели. И однажды мы в зал пришли с едой сюда, и мы сидели и ели. Я почему-то сейчас, только сейчас вспомнил. Никогда не вспоминал эту ахинею, конечно. У меня есть фотографии, может, у нас копируют. А, есть, да? Интересно. Мы собираем, стараемся. Помните таким большой зал? Ну вот, мне он казался маленьким тогда, честно говоря. И мы сидели вот почти в конце, и вот наверху, по-моему, там балкон какой-то, нет? Да, вот здесь балкон, и, по-моему, внизу вот здесь тоже что-то такое было, мы находили фотографии. Да. Вот. Сидели. И, а вот так вот выглядел. Да. Ну да, вот так все и было, «Спартак», да. Хорошие фильмы показывали. Да. Я не знал, что это был храм, честно говоря. Я узнал это месяц назад. Да, получается, здесь с 18 века была лютеранская церковь. Да. Но, конечно, вот с Кирочной улицы так и не поймешь, что это храм, потому что там еще был снят крест. Вот это... Как жаль, что нельзя в суд подать на русскую власть, чтобы они, как говорится, ну, вернули хоть что-то. На самом деле, много церквей же пострадало в советское время. Вот, например, где вот сейчас находится станция метро Синая. Да. Вот, там же тоже церковь когда-то была. А, ну да. И также вот площадь Восстания напротив Московского вокзала. Там это тоже была церковь. Знаменская, да? Да, Знаменская площадь была и Знаменская церковь. Да, какие-то да. разрушены, какие-то восстановлены сейчас. Вот. Но, видите, плюс, храмы вернули, а недвижимость не вернули людям простым. Ну да. Честно говоря, помните, был фильм такой, как же сказать-то, вот забыл я, ну такой он старый, по-моему, черно-белый был. Там что-то в концлагере, там одному мужчине, это немцы водку наливали. Он сказал, после первого не закусывай, что-то такое. А судьба человека. Понимаете? Помните, был такой фильм? Мы, наверное, смотрели. Я, честно говоря, тоже. Вы знаете, у меня аналогия очень похожа между церковью и простыми людьми.
Ему там немцы хлеб подарили, он поделился хлебом, ну, с сокамерниками, со своими. Вот, и мне очень жаль, что церковь приняла храмы. Это хорошо, но с другой стороны, они могли бы сказать, а людям отдайте недвижимость. Вы нам отдали недвижимость, отдайте людям. Людям не отдадите, мы не примем. Понимаете? А здесь получается, вот этот вот человек, он бы хлеб весь съел, а пришел бы к себе в камеру и сказал бы, да не было ничего. Вот у меня аналогия такая. Это, конечно, смешно, но что-то такое общее есть, мне кажется. Но я все равно рад, что все это... Вы не подумайте. Но на самом деле, вот я знаю такие истории, слышала, что немцы... Ну, но они же, несмотря на такие события, да, в военное время, что им нужно было воевать друг с другом, там, русские, немцы, там, другие национальности. Вот многие все равно, как бы, им нельзя было так делать, но они могли там церковь не тронуть. Да, 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 так и было. Или людей там пожалеть, то есть все-таки у них просыпало что-то такое. Да, да, да. То есть они скрывали, может быть, свою какую-то веру. Да, вот, так и было. Это, конечно, очень трогает, и здорово, что были такие люди. А вообще, когда-то этому зданию принадлежало не только вот, где мы сейчас находимся, а еще соседние. Серьезно? То есть, например, на Кирочной улице, на Фурштадтской. Вот на Фурштадтской улице был домик пастора. Вот соседние здания справа и слева. Да-да-да. Сейчас это школа, физико-математический лицей. Да-да-да. 239, если не ошибаюсь, хорошая школа. Это вот это была приходская школа Анненшули. То есть мы Анненкирхе, церковь Святой Анны. Анненшули — это как бы школа Святой Анны. Интересно, я не знал. Вот, то есть с одной стороны учились девочки, с другой стороны учились мальчики. Ага. Сейчас одна школа, тут нет начальной школы, есть с 5 по 8, вот, по-моему, вот то, что получается вот с этой стороны. А с этой стороны она 9 и 11 класс, вот, 3 выпускных класса. И также тут еще находилось каких-то, ну, все, где что находилось, точно все мы не знаем, но также здесь был приют для сирот, приют для падших женщин. В 1920 году, вот перед такими страшными событиями, здесь открывается семинария, то есть даже первая в Петербурге семинария, где можно было отучиться на лютеранского священнослужителя. Вот, но, к сожалению, в 1938 году тут всех со всеми разобрались. А вы знаете, какой храм не закрывался никогда? Я знаю, что вот наши соседи, Свято-Троицкий собор, или как он называется, вот он не закрывался, по-моему. И еще один храм есть. Синагога. Никогда не закрывалась. Не знала. А я в интернете прочитал недавно. Я был там и думаю, надо почитать что-то. Никогда. На самом деле это интересно. Надо бы, может быть, как-нибудь статью написать про храмы в советское время, их судьбу. Потому что в Петрикирхе там был бассейн. Там Феодоровский собор православный, там был молокозавод. Молокозавод, серьезно. Спас на крови, там был склад, а потом морг в советское время. Я не знаю. Потом Казанский собор, там был музей атеизма и религии. Да-да-да, точно. Там в каких-то храмах были клубы, дискотеки, тоже кинотеатры. В Пушкине, в лютеранской церкви, которая первая открылась буквально в Ленинградской области после военного времени, там было такое учреждение, обучавшее людей, ну, как автошколы или ДСАФ. ДСАФ, скорее. Вот. И поэтому здание было не тронуто, потому что их, в принципе, устраивала архитектура, они не нужно было перестраивать. Единственное, там крюки до сих пор остались из-под, ну, каких-то, тела машины. Вот, ну это интересно, на самом деле. А вы не знаете, здесь интерьеры так и останутся, либо какие-то работы будут проводиться в дальнейшем, не знаете? Смотрите, как бы судьбу исторических зданий, тем более памятника федерального значения, ну, как бы по-разному определяют. Вот было решено здесь законсервировать, вот как Колизей. Его же не восстановили полностью, его законсервировали. И пока это, ну, как бы самый реальный вариант, потому что стоимость полностью реставрировать до миллиарда рублей. Миллиард рублей? То есть, ну, это до. Может быть меньше, но вот такая большая сумма очень. Если вы хотите, я покажу вам интерьеры, какие здесь были изначально. Это вот кинотеатр «Спартак». Да-да-да. Такой, точнее, рок-клуб. Да. Здесь также, я вижу, вы тоже заинтересовались. Вот это получается, это если смотреть, здесь сейчас сцена располагается. Да, да. То есть это вот эта область, здесь находилась алтарная такая глубокая зона. Да. Вот, а это со стороны Курстатской улицы. Орган был даже? Да, здесь был вход. У нас было 3 органа, 2 из которых немецкая фирма «Вольтер».
Так а судьба органов неизвестна, все-таки это... Ну вот как судьба наших колоколов тоже неизвестна. Скорее всего, как-то вот что-то с ними сделали. Догадываемся, что да. Вот, то есть скамеечки. Но мы мечтаем вот эту зону восстановить. То есть как бы везде будет консервация, а вот эту зону мы хотим восстановить. А концерты по-прежнему когда будут проходить там? Вот или уже все, конец? Это интересный вопрос. Я вот уточню, чтобы вас не обманывать. Но мне кажется, каким-то образом они... Ну, все равно у нас как бы Лютеранская церковь, она такая считается поющая церковь. И, в принципе, не против ни органных концертов, ага, ни классической музыки. Ну, что-то другое придумаем. Да. Спасибо вот. Большое. Да, интересно. Да, значит, сайт в разработке, да, у вас? Ну, да. Ну, там, по-моему, есть ссылка вот как раз-таки на группу ВКонтакте. Можете посмотреть. Да, ну я заходил, но как-то я, ну, так, зашел, ну, вышел. Он раньше у нас был в плохом состоянии, сейчас его подлатали, поделали, он стал лучше. Понятно. Хорошо. Ну ладно, спасибо, не буду отвлекать вас. Всего доброго. Thank you.